Спасибо. Следок, наша песня. Bloody Roll! We'll be right back.
Спасибо, Metal Rise. Еще увидимся. Привет, Киев! Мы были так спектрейши из Рівного. И перша наша річ. Chaos and Confusion! Choice. Lost to you. Divine.
Дякуємо. Я надіюсь, тут всі люблять дес-метал. Нечутно. Давайте покричимо, як ми його любимо. Не то. Давайте голосніше. Окей. Наступна наша річ першого альбому. Назва її. Perfect! Було дуже жваво і дуже насичено. Disgraceful fucking me! We'll be right back.
У нас ще чимало пісень. І наступна про те, як завжди треба залишатися при своїй думці. Why is it in the world?
речь это ретики. Наступна наша речь. Isolated and mutilated. We'll be right back.
способна річ, всі ви знаєте, назвою «Commission in Life». Немало маніаків музичних і будь-яких інших, хто що любить. Наступна річ про маніакальні пристрасті. Давайте як тут всі згуртуємо одне ціле і зробимо просто такий, просто якийсь масовий психоз. Наступна річ наша під назвою «Маніакал Пристрасті». You say for that long.
Крайняя песня присвячивается всем бандам, которые выступают сегодня, организаторам прекрасному клубу Киеву, який мы очень любим. И нас за ней. Thank you.
нами вечір. До наступної пісні потрібна ваша допомога. Я кажу «Моє!», а ви кажете «Хуй!». Давай, репетиція, репетиція. «Моє!». Громче. «Моє!». Ще раз. «Моє!». «Моє!». Thank you.
Спасибо. Всі розігрілися, ви вам були бич. Всі готові дальше і бачить. Ні, не чутно. Готові і бачить. Тогда погнали. Thank you.
наступна пісня називається «Освенцим». Це було, блядь, круто. Спасибо вам, Тёпа и Вапа. Спасибо. Спасибо.
хотел бы было темно от вас. Тепло. А давай погнали, покачаем еще последний раз, давайте. Давайте. We'll be right back.
справи. Ми група «Аргати», ми починаємо для вас. Буде Deadlife, вона називається так, як і наш дебютний альбом, який скоро буде 23 грудня.
слідкуйте за нами у соцмережах, і буде альбомчик. Ми думаємо, що крутий, качовий, ну і так далі. Ви самі послухаєте. Thank you.
буде Freedom, тема про свободу. Я думаю, вона зараз як дуже-дуже актуальна. В ті часи, коли нас намагаються втиснути назад в совок. Тобто треба зараз за свою свободу дуже боротись, бо буде капець. Die, 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 die
сьогодні чудовий вечір, чи не так? Ще кілька тем. Зараз буде максимально хардкорно, максимально грубово, максимально, ну, вообще. Арка!
кавер на одну дуже волдову групу Slayer. Готуйтесь. Ще така пара тем, ну, готелки такі, знаєте, під них бігають, штовхаються, щось і кричають, може, і матюкаються трохи. Ну, в общем, веселуха така. Зараз буде. Короче, тема така, що буде готелка одна і буде кавер на Себу. Того часу вже нема, а треба ще одна група. We'll be right back.
наступна тема буде з гурту «Сепультура». І буде тема «Troops of Doom». Так що готуйте п'яточки, шиї, хаєр. Ну тобто поїхали! Следующая песня.
о настоящей мужской дружбе. О настоящей мужской дружбе. Песня называется «Опасная близость». Спасибо. Следующая песня о корпускулярном волновом дуализме. О том, что фотон может вести себя иногда как частица, иногда как волна. Да. О том, что кто-то верит в Иисуса, а кто-то верит, блядь, в сатану. И в зависимости... В зависимости от мировоззрения меняется мнение человека. Для этой песни понадобится мой замечательный товарищ. Он с нами сыграет эту песню. Антон 47. Песня говорит о нашем разном мировоззрении. Песня называется «Почти большой хуй». Спасибо, Антон. Спасибо, мои драгоценные пупсики. Да, следующая песня о нелегком выборе. Купить шаурму или 17-19, или как там пойти. А, или Львовский портер. Кстати, я недавно понял, что я соблюдаю халяль. О, соблюдаю рамадан. Когда работает шаурма, и когда не рамадан, я ем шаурму. Песня называется «30 дней до зарплаты». Come on.
тебя упал. Следующая песня о хобби. О человеческом хобби. Ну, у каждого человека должно быть свое хобби, правильно? Каждый должен находить какую-то отдушину, как-то развлекаться. Кто-то собирает марки, кто-то кастрирует котов, кто-то топит утят, да? Вот. Что бы было бы, если бы я не был алкоголиком? Не знаю вообще. Следующую песню споет вместе со мной мой замечательный товарищ. Вокалист группы Ингрейв. И еще одной группы, которую я не помню название, а там что-то там терминал, что-то там, блядь. А, какая-то хуйня вот это вот, да. Как же ж называется песня? Песня называется «Не моя весовая категория», и здесь сейчас будет дискотека. Дискотека. Thank you.
Спасибо. Спасибо, спасибо. А следующую песню. Спасибо, Алекс. Мой сладкий босс. Вернусь еще. Следующая песня — это конкурс. Человек может получить вот такую замечательную футболку. Смельчак, который выйдет спеть песню. А что делать, ребята? Моднейшую футболку. Спасибо. Спасибо. Следующая песня — это кавер. Есть такая группа Deep Purple, знаете, да? Группа... Кудасай сделала кавер, а мы сделали кавер на Анал Кудасай. Кавер Анал Фишер, на кавер Анал Кудасай, на кавер Дитер. Член-член-член-член-член-член-член-член-член. Песня называется «Многие вещи, которыми не горжусь». Thank you.
выбывшая песня, последняя, наверняка нет. Жалко, что последняя, но... А песня про то, что... Ну как это сказать? Везет это там мужиком, чтобы не заразиться всякой хуйней. Спасибо, спасибо. Поднимите руку тот, кто пытался у себя отсосать. Сколько вас много, нихуя себе. Если тот, кто не поднял руку, у вас одно оправдание, вы женщина. Песня называется «Сказание о двух рюмах». Стоит, да? Спасибо. Будем завершаться.